Крещенские купания ждут колпашевцев на реке Кеть. Традиционно купель будет организована в Тогуре. Работами по ее созданию и организации мест для переодевания, как и годами ранее, занимаются сотрудники компании «Риск». Крещенским купаниям предшествует церковная служба в Тогурском воскресенском храме и освящение воды. Утреннее богослужение начнется в 8:30. По окончании службы около половины 12 дня священнослужители проведут молебен с освящением воды в храме. Крестный ход из Тогурской церкви до купели начнется с молебна в храме в 12:30. После освящения воды на реке начнутся крещенские купания. Для обеспечения безопасности на месте будут дежурить специалисты МЧС, МВД, ГИМС, также бригада скорой медицинской помощи.